Да этот красавчик, как... Ой, ну что ты, я не судья, зачем мне это? Если бы это было судья, то все было бы воспринято иначе. 50-й год, мы легко посчитаем, сколько автомобилей... Ну, и буквально, а вы чего ждете? Победы. Ну, вот хоть кто-то ждет неудовольствия, это сказала женщина. Прекрасно. Автомобиль с корнями из авиа промышленности. Изящно они двинули. А вот сейчас я представляю вам Бориса Костырко и Илью Кашина, обладателя Кубка РАФ, призера трофея ФИА и исторических ралли Монте-Карло и Португалия. Это Ягуар. Удовольствие. Хорошо, у нас пока не особо разнообразно здесь. Все желают получить удовольствие от нашего ретро-рейса. В общем-то, это правильно. Потому что удовольствие получает не только экипаж. У вас... Мужчина, муж мой. Второй год? А как был первый? Первым году мы ездили на 21-11. Дальше еще один итальянский автомобиль у нас здесь появляется. Это Lancia Beta Coupe. 70... Чуть раньше, чем 75-й год здесь есть. Оно не 75-го, раньше 75-го. Не позже 75-го. Во, вы помните 75-го. Я напомню, что это правило. Правильно называется ваш цвет. Just a line to you, for me it's true, it never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Thank you.
Этот самый заводской вид и будет принимать участие в парадах. Я не какой-то там не учитель, а просто подписчик. Подписчик канала. Сим холодильник, сим все аутентично. Подожди, там упадешь. В холодильнике холодное пиво. Когда-то было. Открыли вчера. Я видео смотрел на YouTube вчера. А когда вы его делали, я не знаю. А там видео, что мы делали? Ну вот варим что-то. Все, успеха вам, 208-му экипажу. Так. Столица, такой конвертибль вообще легко, когда увидишь Saab, скандинавский гостик на подробный 133-й. В который раз принимаешь участие в районе? Первый! Так, сейчас, секунду, смотри, вот наш паспорт. Раньше была, когда не было всех этих Евро-5, Евро-6, Евро-0, да, В-12. Боже мои, ну посмотри, какая удивительная карма у этого автомобиля. Ну правильно, ну и конечно этап должен быть у нас здесь. Ну как, еще правильно, правильно, да? Зря что ли автомобиль красили, тиски ставили, а вот проорали. А мы
Все, у нас ждет.